Приветствую вас на канале Час Ремонт, а в этом обзоре расскажу про металлоискатель Майнлаб Equinox 800. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Майнлаб Equinox 800 – новейший металлоискатель с последними разработками компании на борту. Металлоискатель предназначен для поиска любых металлических целей где угодно. Благодаря нововведениям Equinox 800 в равной степени адаптируется под все типы целей и условий грунта. Просто выберите место поиска и приступайте. Этот металлоискатель с уверенностью можно назвать универсальным. Equinox можно погружать под воду полностью, он идеально подходит для поиска на пляже, в реках, ручьях и озерах до 3 метров. Прочная и легкая конструкция позволит вам наслаждаться длительными поисковыми сеансами в любой окружающей среде. На четком ЖК-дисплее располагаются крупные символы в виде I, поэтому вы сразу сможете их увидеть и разобрать. Вся необходимая для поиска информация находится прямо у вас перед глазами. Одновременная многочастотность. Настоящая интеллектуальная мультичастотность. Одновременное использование нескольких частот для достижения максимальной производительности. А также широкий диапазон доступных для работы одиночных частот. Совместимость с ультрабыстрым беспроводным аудио с WM08 и быстрыми наушниками APTX с низкой задержкой Bluetooth. 8 профилей поиска. В каждом режиме поиска есть 2 пользовательских профиля поиска, поэтому вы можете сохранять ваши любимые настройки в каждом режиме. Режимы поиска и рабочая частота могут быть изменены мгновенно нажатием кнопки динамического и непрерывного обнаружения. Парк – отличная производительность в зонах рекреации с высоким содержанием мусора. Использование режима мульти при этом является наиболее универсальным для обнаружения монет и драгоценностей. Поле – идеально подходит для обнаружения ювелирных изделий и артефактов. Использование мульти в этом режиме поможет пользователю найти цели самого широкого диапазона размеров. Пляж. Нужен для поиска на сухом песке, влажном песке и под водой. Режим пляжа работает только в мульти. Золото. Хорош для поиска золотых самородков. В этом режиме работают высокие одиночные частоты 20 или 40 кГц, оптимальные для целей из золота. Высокая скорость восстановления вкупе с точной идентификацией гарантирует, что вы не пропустите важные и ценные цели среди мусора. Низкие частоты дают большую глубину для больших целей, а высокие частоты обычно более чувствительны к маленьким целям. С Equinox вы можете работать с полным спектром частот одновременно для достижения максимальных результатов. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Пропускает со временем воду. Подлокотник сломался в первый месяц. Хлипкие уши. Шумный. Штанга без изгиба. Теперь перейдем к положительным. Среди мусора четко определяет цель. Простой в настройках. Глубина обнаружения. Цепляет даже маленькие предметы. Универсальный аппарат. Качество сборки. Емкость аккумулятора. Легкие мультичастоты. Мелочи и серебро видит супер. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.